меня, чтобы не достать. Это пластилин. Это пластилин? А может, пластилином будем играть? И что там, Николь? Это пластилин. Открываем. Мы их Ее хочу приготовить. Вот тут у нас, тут даже есть блюдо. Блин, да? А я хочу приготовить и суп, и формочки. Формочки, точно. Какие формочки? Давай посмотрим. Кукуруза. Ага. Рыба. Да, котика. Это рыбка. Это... Ой! Глубокая. А это гранат. Точно. Вы хлеб. Это морковь. А это яблоко. А это и конец. Это литочек. А мне кажется, это стейк мясной. Ой, это литочек. Пандочка, вот тебе меню. Заказывай. Мия, я хочу кукурузу, сладкого мишку и брокколи. Ты будешь еще лапшу? Да, я буду лапшичку. Ты сделаешь мне заказ такой? Да. Брокколи? И лапшу. И лапшу. С чего начнем? Этого. Это какой будет? Какой у нас цвет? Бирюзовый. Это... Ох ты, бирюзовый. И мы из бирюзового сделаем что? Мишку. Давай, это будет сладкий мишка? Да. Давай, откроем. Миска пен. Да. Фантинки такой. Угощаем? Ой, как вкусно, Мия, получилось. Они такие замечательные, вкусные. Благодарю, благодарю, Мия. Можно ложечку? Давай, давай мне вот в эту ручку тогда ложечку. Может, ты меня угостишь ложечкой? Оранжевую? Да, давай у нас, потому что кукурузка какого здесь будет цвета? Это. Жёлто, а вот этот хвостик какой у него? Будет. Какого цвета? Конечно, зелёный. Точно, все, давай тогда будем сейчас лепить. Приятненький. Ох, сейчас. Ой, мама уже тут почти готова. А у тебя где желтенький? Вот. Оранжевый. Есть? Давай добавим. Добавишь? Не сюда. И Миша будет очень рад кукурузе. Так. Вот. Раздавим. Вот сюда. Тебе. Будем открывать. Брокколи готов. Мия пока делает у нас подарок от шеф-повара. Это будут цветные яички. А я пока буду делать только по заказу. Какая у нас получилась красота. Макарошечки, брокколи и кукуруза. Пойдем еще относить. Ой, как вкусно, это моя любимая кукуруза. А брокколи? Я очень люблю брокколи. Ты ее забыл, Бутси? Да. Ой, какие мне макарошечки вкусные. А сейчас время десерта. Сделаем волшебные кексики. Ой, какие они замечательные получаются. Кексики сделаем с начинкой. Черничная начинка у нас будет. Ну? Сейчас делаем вафельки. Придавим. Ох, красота. Какой десерт обойдется без клубнички? Никакой. Правильно. И мы сделаем красненького цвета и зеленый хвостик. Кексы с черничкой, вафелька и клубничка. Вкуснятина. А еще сделаем разноцветную радугу. Мия, какие же, Мия, у тебя вкусные получились десертики. О, это зефирка, да? Да. А это что у тебя? А это кузисочек какой-то. На пончик похоже, да?
То есть непонятно. А это кубика как? Кубичка. Это ягодка. Ягодка, полезно. И что тебе больше из всех понравилось? Это. Вафелька, хорошо. Мишка, как тебе понравилось? А мне понравилась разноцветная вкусная радуга. И кексик. Дашь мне попробовать еще раз? Ай, объеденье. Подписывайтесь на наш канал и пойдите вверх. Ну, пока-пока. Ребята, а вы любите Липецкий плейдом? Если да, ставьте пальчик вверх. Пока.